Уважаемые единомышленники, нам сегодня предстоит с вами испытать клинок вакидзаси, выполненный в оправе посоха по желанию нашего единомышленника. Когда-то в Древней Японии, в эпоху Камакура или Эда, без такого посоха лучше было не выходить. Но в наше время подобное изделие имеет назначение спортивную тестовую рубку. Клинок выполнен из улучшенной рессорной стали, имеет закалку 57 единиц. Специалистов по зонным закалкам, хамонам, просьба нас не беспокоить. Мы для них сделаем специально хамон из нашей рульки, который мы будем рубить. Погодные условия не совсем нам благоприятствуют, ветер, поэтому какие-то разъяснения будут несколько ограничены. Итак, переходим к тестам. Гиб нашего клинка, покажем его без оправы, чтобы не повредить рукояти. Прошу показать оператору отсутствие стрелы прогиба. И идем дальше. Все помнят эпизод в известном фильме «Затоичи», где главный герой своим клинком преграждает движение самурая. Мне всегда было интересно, как это выглядит на самом деле, если это сделать. Неустойчивая поставка не позволила нам это сделать. Неустойчивость поставки сработала не в нашу пользу. Еще раз повторим этот тест. Попрошу оператора подойти. Вот здесь уже этот тест выполнен получше. Переходим к однорукой рубке. Попрошу оператора показать клинок. Переходим к двурукой рубке. Попрошу оператора показать. Здесь сложность в чем, что попало на сустав. Здесь очень крепкие кости. И опять показываем клинок. Переходим к рубке толстой лозы. Итак, наши тесты закончены, и мы можем спокойно подводить итог. Собственно, итог был уже виден, но здесь несколько слов нужно сказать. Мы с вами порубили разные материалы, и ведут они себя по-разному. Те, кто смотрит наши видеоиспытания, они обращают внимание. Когда рубится тонкая лоза или бутылочки, все выглядит очень хорошо. И техника очень хорошая, и скорость удара.
великолепно. Но когда мы приступаем к рубке твердых мишеней, такие как рульки или рубка свиных голов, здесь вы видите, как клинок замедляет свой ход. Здесь вы видите уже не ту красивую рубку. И вот именно вот эта рубка твердых предметов, она является правильной. И она показывает ваши возможности. Почему? Ваш клинок в ваших руках должен преодолеть какое-то препятствие. Препятствия разные. Лоза имеет одну плотность, кость имеет другую плотность. И поэтому здесь вы должны настроить свои мышцы так, чтобы клинок это преодолел и оказался способным действовать дальше. И вот в этом случае тренировка ваша, она будет правильной. Конечно, тренироваться надо больше, поэтому мы сейчас приступаем к дополировке этого клинка и пожелаем ему благополучно дойти для своего хозяина и пожелаем вместе им совершенствовать свое мастерство. Thank you.